Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Ombra, код товара OMT-101S. Данный набор является профессиональным и является универсальным, так как можно использовать его и для ремонта и обслуживания автомобиля, и также для ремонтных работ по дому. Поставляется в такой вот картонной упаковке яркой. Здесь, видите, указано Professional, профессиональный инструмент. Сзади у нас адрес производства. Производится он на острове Тайвань. И комплектация с нижней стороны крышки. На наборе Ombra идет пожизненная гарантия. В комплекте вот такой вот гарантийный талон. Здесь условия предоставления гарантии, что является гарантийным случаем, а что нет. И сзади вот еще общая информация. Так, по комплектации. В комплекте два рабочих квадрата. 1,2, 1,4. Трещотка. Данная трещотка у нас на 48 зубьев, но встречается еще 24 и на 72. Этот набор на 48. Имеет реверс, быстрый сброс. Рукоятка полностью пластиковая. Номер согласно каталога, как всегда. Инструмент Ombra в наборе весь промаркирован согласно каталога. И Ombra надпись. Трещотка под квадрат 1,4, также на 48 зубьев, имеет реверс и быстрый сброс. Две свечные головки с резиновыми вставками внутри на 16 и 21 мм. Набор Г-образных ключей шестигранных. Сзади имеется такой вот крепеж к ремешку на пояс. Два кардана, 1,4 и 1,2. Карданы скреплены металлическими штифтами. Так, удлинители. Удлинители под квадрат 1,4, 50 и 100 мм. Два удлинителя. И также есть удлинитель под квадрат 1,2, 125 мм. Под квадрат 1,2 удлинитель всего лишь один на 125 мм. На 250 в наборе нет. Так, рулетка 5-метровая. Можно фиксировать. Есть сзади крепление к ремешку. Строительный нож. Корпус полностью металлический. Здесь лезвие, но в комплекте лезвия смены не идут. Их можно, в принципе, купить, заменить, когда... Ну, заменить лезвие можно купить в любом магазине. То есть они есть. Вот он разборной. Молоток 300 грамм. Рукоятка деревянная. Так, вот такой вот чемоданчик, набор бит. Шлицевые, крестовые вот биты есть, есть шестигранные, есть торкс с отверстием и переходник для того, чтобы можно было использовать биты с шуруповерта. Взяли нужную биту, вставили и можно использовать шуруповертом. Также эти биты используются с переходником. Вот такой вот переходник. И под него есть отверточный вороток. Вот, можете вставлять биты из набора сюда. Также. Или использовать его с головками под квадрат 1,4. Также рукоятка промаркирована. Имеется отверстие под квадрат 1,4. Можно использовать или с воротком, или с трещоткой. То есть
делайте такой вот реверсивная отвертка. Так, в нижней части у нас еще есть такая вот ножовка. Тоже сменные полотна. Такие полотна продаются в любом магазине инструментальном. То есть можно заменить, когда оно затупится. Особенность, кстати, этого набора, что здесь есть ножовка. Так, головки шестигранные в комплекте идут. Здесь их 26 штук. Самая маленькая на 4 мм. И самая большая на 32 мм. Головки такие увесистые, глянцевые, весь инструмент в наборе глянцевый. Омбра, номер согласно каталога, ЦРВ, материал изготовления хром-ванадиевая сталь и 32 мм размер головки. Так, по нижней крышке все рассказал. Верхний отсек, здесь у нас комбинированные ключи. Их здесь 10 штук, самый маленький на 8 мм комбинированный. И самый большой ключ на 19. Вот видите, также есть номер согласно каталога, омбра, размер и хром-ванадиевая сталь. Весь инструмент хорошо защелкивается в верхней крышке, что исключает выпадание во время закрывания чемодана. Также имеется промаркированное каждое отделение под инструмент подписано. Так, кусачки. Вернее, бокорезы, еще можно их назвать. 150 мм они длиной. Вот такие. Ну, видно, что инструмент качественный, омбра, потому что то есть, очень аккуратно все изготовлено. Не к чему даже придраться. Так, пассатижи 175 мм. Также имеют номер согласно каталогу. И длинногубцы. Длинногубцы длиной 200 мм. Так, набор отверток. Отвертки тут в наборе крестовые и шлицевые. Здесь у нас получается 4 шлицевые и 3 крестовые отвертки. Сзади промаркированы, то есть шлиц номер. Самая большая шлицевая отвертка. Омбра и здесь промаркирован наконечник. Так, по комплектации все. Чемодан сейчас покажу вам для хранения. Чего нет в наборе, здесь нет головок Е-класса, Торкс, нет длинных головок. Но я как говорил, это более универсальный инструмент. Здесь подобрали универсальную комплектацию для того, чтобы можно было работать и по дому, и для ремонта автомобиля. Также нет удлинителя, воротка Т-образного, удлинителя на 120 на квадрат 1.2 250 мм. Чемоданчик у нас коричневого цвета с надписью Омбра Professional, профессиональный инструмент. Так, по пластику. Ну, пластик как бы не впадает внутрь во время нажатия, то есть качественный пластик используется. Вот замки запирания металлические, что тоже очень хорошо. Ну, как вы видите, вот такой вот наборчик. Вес набора 8 килограмм. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому было полезно это видео, ставьте лайк, ставьте комментарий. Кто имеет такой инструмент и уже был в использовании, есть какие-то, чем вы можете поделиться с покупателями, которые будут покупать этот набор. Может, какие-то негативные отзывы есть, и они адекватные, или положительные ставьте. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.